Здравствуйте, дорогие подписчики. Я нахожусь в городе Богородицк, экспресс, улица Урицкая, 25. Смотрите, что здесь новенького. Я давно здесь уже не была. Дела, проблемы. Итак, для школьников к учебному году. Наборчики, футлярчики. Пенальчики силиконовые, кисточки вот такие, набор кистей 55 рублей, 5 штучек. Для авторучек вот такие, подставочка 99 для карандашей, вот такие цвета. Так. И фоторамочки, смотрите, 149 рублей, квадратные. И вот такая вот, смотрите. Это 149 рублей. И это 149 рублей. Так, чем красивее, тем она дороже. Но это было всегда, правда? Так. Отдел садовода. Мы просматриваем, что здесь новенького появилось за период времени, который я не оповещала вас о новых поставках товаров. Так, это для муравьев. Это уже было. Карандаш. Гель 50 рублей. Так, для кротов есть. Вот он, 99 рублей. Смотрите. Так, дальше, что у нас тут? Вырастайка, удобрение для осени, 1 килограмм. Так, а цена? А цены не вижу, мои дорогие друзья. Подвязки, лента. Ну, как всегда. Так, удобрение комплексное оно. Здесь нарисована тыква, яблоки, груши. Она подходит, но многофункциональная для всего. Так, для луковичных растений удобрения есть, мои дорогие друзья. Так, хозяин-батюшка. Так, что тут еще? Ну, это уже было. Так, крышечки. Вот такие крышечки сливать на баночку. Красочка. Сегодня хочу взять вот такую красочку, дорогие мои друзья. Так, темно-русые я хотела найти. Кто брал, пишите в комментариях. Нормальная она. Так. Или как? Вот, вот эту я краску хотела взять. Вот. Пишите мне в комментариях, я буду очень рада по поводу этой красочки, мои дорогие друзья. Я пользовалась другой краской, но ее уже давно не привозят в фикс-прайс. Очень давно не привозят, мои дорогие. Так. Так, пройдемся, посмотрим. Перечислять очень долго. Может, кто-то просто для себя посмотрит, что ему необходимо. Для собак, для кошек ошейники. Так, чесалочки разные. Здесь дороже. Ну, вот так, мои дорогие друзья. Здесь тоже я ничего. Вот эти новенькие, да. 99 рублей вот такая с мишуткой. Декоративная корзиночка для мелочей. Вот такой жираф или кто он. Фигурка 149 рублей. Так. Переходим в другой отдел. Наставлено, дорогие мои друзья, но я все-таки вытащу.
Вот такой массажерчик, смотрите, 149 рублей. Массажерчик. Такие шипы. Смотрите, сейчас мы с вами просмотрим. Вот такой он. Так. Очень так больно будет, я думаю. Очень будет такой вот он. Так, это кто у нас производитель? КНР. Снимает усталость, активизирует кровообращение. Конечно, он будет кровотечение. Смотрите, какие шипы, дорогие мои друзья. Это вообще классно. Кому это необходимо, покупаем. Так, еле-еле протиснулась. Так, это что, дорожная аптечка? Так, это что там такое у нас? Сейчас посмотрим. Скакалочка с счетчиком. Длина 2,6. Вот такой, смотрите, здесь счетчик. Нажимаете и будете считать. Да, вот, видите? Вот так. Прыгаете и нажимаете. Левая, это правая. Вот, смотрите, здесь все написано. Описание, как пользоваться этой скакалочкой для вашей фигуры, мои дорогие друзья. 99 рублей. Это скакалка. Извините, это Китай. Так, это что у нас там? Охлаждающие. Вот это. Пластырь медицинский охлаждающий. Две штучки. Здесь в упаковочке. Вот я пробираюсь так сюда. Так, подушечки. Это уже были они, подушечки. Дорожные, надувная. Проходим в другой отдел. А вот эти подушечки я не заставала. Вот эти подушечки. 199 рублей. Ну, вот это удобней. Мне кажется. Она, смотрите. Мне кажется, удобней. Вот такая еще подушечка. Такие у нас флакончики. 77 рублей для 7 предметов. Дорожные флакончики. 77 рублей. Вот здесь написано. Значит, флакон на 100 миллилитров. Дальше 200 миллилитров. Воронка и лопаточка. Вот, видите? Мои дорогие друзья, вешаем назад. И про... Так. Вееры. Это уже было. Так, вот такая, смотрите, мои дорогие друзья, органайзер для хранения кистей. Очень удобный. Такой силиконовый. Вот он, видите? Силиконовый. 199 рублей. Производитель. Кто у нас производитель? Так, а производитель у нас Китай. Все Китай. Так, для косметики 99 рублей. Так, производитель у нас опять. Так, бамбук состав, вот он. Так, производитель у нас Китай. Вот такая подставочка, смотрите, дорогие мои друзья. Вот такого цвета, в одном тоне. В одном тоне. Так, тапочек, смотрите, сколько тапочек. Очень много. Шляп, но жара уже прошла, сейчас холод, сейчас там теплые шапки. Так, эти шляпы так и остались, никем не взяли никто. Значит, неиспользованный товар. Никто не взял, не разобрал, мои дорогие, не нуждаются. Размеры, наверное, не подошли. Спасибо вам за то, что посещаете мой канал. Я с вами, Марина.